Здравствуйте, простите, пожалуйста, пробки, нам так стыдно. Да ничего страшного. Мне подружка сказала, Катя, если ты хочешь классную love story, как в дневниках памяти, то это к тебе, ну, к вам. Что вы можете нам предложить? Смотрите, у меня есть несколько идей, как мы можем обыграть вашу историю. Было бы здорово сделать все в стиле нуар. Представьте себе. А звучит красивая музыка, вы танцуете в лучах света. Да, я такая грациозная, в облегающем платье встаю из-за стола, и мой котик, мой медвежонок встает из-за стола, в шляпе, с широкими полями, в зубах у него роза, а разрез на моем платье открывает мою ногу, мы делаем шаг вперед, шаг назад, и потом бах, и я делаю выпад. Все девчули просто сдохнут от зависти. По-моему, это избито. Тогда есть идеи получше. Давайте сделаем ночную прогулку на скутере. Ну, вы будете кататься на скутере по ночному городу. Помните, как в фильме «Всегда говори да»? Да, точно. И тогда можно туда вставить песню Джон Ледженда. Так, стоп, это же опасно. Я хочу, чтобы все было безопасно. Чтобы мы были красивы, все было круто, и видео было запоминающееся. Ла-ла-ла-ла, точно, я 3 раза его смотрела, и вначале там сцена, где с машинами, вот можно ее воссоздать. Да, конечно, можно поставить танцы. Я привлеку оркестр, команду. Да-да-да, а я надену цветастое платье, и Люсик фрак наденет, и будет все ярко и прекрасно. А сколько это будет стоить? Ну, с учетом сложности, мы можем уложиться где-то в 30 тысяч. Сколько? Не, малыш, я, конечно, все понимаю, но отдавать 30 штук за какую-то самодеятельность – это херня полная. Это я не про тебя. Но, слушай, может, есть какой-то вариант, что мы гуляем по парку под ручку? А сколько нам это обойдется? Можно, конечно, но за 5 тысяч я вас поснимаю. Отлично, дружище. Тогда завтра в 7 на Терлецких прудах. Хорошо. Ну что, любимая, ты довольна? Пошли, я тут кино опоздаю. Спасибо, мужик. In the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. And even